Жаркая пора для сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних длится с мая по сентябрь. Чтобы предупредить родителей и напомнить, москитная сетка не сможет удержать ребенка, играющего на подоконнике, от падения, они раздают листовки. Как правило, летом количество таких случаев возрастает. В прошлом году произошло 7 случаев, связанных с падением детей с открытых окон. К счастью, все дети остались живы, но получили серьезные травмы. В прошлом году это были этажи высокие, и 9-й, и 5-й этаж. Но только вот чудом дети остались живы. С такими семьями комиссия по делам несовершеннолетних проводит работу. Сначала выясняют, что привело к несчастью, халатное отношение к воспитанию ребенка или это просто случайность. Беда с ребенком – самое большое наказание для родителей, и тем не менее им могут вынести предупреждение или оштрафовать. Москитная сетка создает мнимое ощущение защиты окна, но на самом деле она не выдерживает веса даже самого маленького ребенка. И все трагические случаи, которые произошли, связанные с падением детей из открытых окон, были связаны именно с тем, что дети облокачивались на москитную сетку. В комиссии по делам несовершеннолетних еще раз обращаются к родителям с просьбой не оставлять детей без присмотра, а также установить специальные замки и другие средства безопасности, не позволяющие ребенку самостоятельно открыть окно. Дина Ислеева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».